Центральный пограничный музей хранит память о подвигах во имя Родины, во имя мира и спокойствия простых людей, во имя будущего наших детей. Этот музей, как наш дом. Столько труда, терпения вложено в него, пишет мать героя России Михаила Майбороды, пограничника, погибшего при защите российской границы в 1993 году. «Вы собрали всех нас. Я встретилась с родителями погибших ребят. Появилась уверенность, что в любой беде тебе помогут. В этом году мы побывали у Миши, рассказали ему обо всем. Спасибо вам огромное за все. За память. За то, что столько сделано вами для того, чтобы ребят помнили. На героических традициях нашего прошлого и настоящего воспитывается сегодня современная молодежь. О службе на границе знают все. Но представление о том, как зарождалась и устроена она сегодня, знают немногие. То, что музей необходим еще в начале 20 века, прекрасно осознавал командир отдельного корпуса пограничной стражи, генерал от инфантерии Николай Аполлинарьевич Пыхачев. В 1911 году он обратился с письмом к начальникам всех степеней. «Во время объездов частей вверенного мне корпуса я невольно проникся чувством глубокого удовлетворения к прошлому, и во мне явилось желание дать ему, возможно, конкретное воплощение, чтобы воскресить и сохранить его для потомства. С этой целью учредить при штабе вверенного мне корпуса музей, в котором сосредоточить все сохранившиеся памятники прошлого и настоящего пограничной стражи». Под руководством генерал-лейтенанта Чернушевича, первого историка пограничной стражи, начинается активная работа по сбору материалов для будущего музея. Из пограничных округов от офицеров стали приходить посылки, предметы, документы, личные вещи. Открытие музея состоялось 21 февраля 1914 года по адресу Санкт-Петербург, биржевой проезд, дом 6, при штабе отдельного корпуса пограничной стражи. С началом Первой мировой войны войска пограничной стражи вместе с частями регулярной армии участвовали в военных действиях. Особенно прославились пограничники Заамурского округа во время Брусиловского прорыва 1916 года. Почти 500 пограничников были удостоены георгиевских наград. В это время музей продолжал получать экспонаты – знамена, военные карты, оружие, захваченное в боях у противника – фотографии пограничников, отличившихся при несении службы. В 1917 году Николай Аполлинарьевич Пыхачев и ряд других генералов пограничного корпуса были уволены со службы, а пограничный музей был ликвидирован. Экспонаты и документы передали в исторический архив Петрограда, фонд Министерства финансов и музей ВЧК УГПУ. Но уже в 1919 году, несмотря на гражданскую войну и разруху в стране, состоялась первая всероссийская конференция, посвященная развитию музейного дела. В 20-х годах в пограничных отрядах создаются исторические комнаты, где ведется сбор материала о подвигах пограничников, об их участиях в боевых действиях. Таким примером послужил подвиг Андрея Карабицына, погибшего в неравном бою с диверсантами на участке Сестрорецкого отряда в 1927 году. 18 сентября 1931 года Главное управление пограничной охраны издает приказ об организации Центрального музея погранохраны при Высшей пограничной школе. 20 декабря 1932 года в городе Москве в Безбожном переулке 25 открывается музей. Тридцатые и сороковые годы. В Средней Азии шла борьба с басмачеством. Сложная международная обстановка на Дальнем Востоке, военные конфликты с Японией. Первые герои Советского Союза – участники боев у озера Хасан. Советско-финляндская война. Героизму и мужеству пограничников посвящаются новые экспозиции в залах музея.
Великая Отечественная война. Музей закрывается, а наиболее ценные материалы эвакуируются в город Ташкент. Но несмотря на тяжелейшие военные годы, сотрудники музея выезжают на места героических боев. Благодаря их самоотверженному труду уже в сентябре 1946 года музей принимает первых посетителей в Москве по новому адресу – Большая Бронная, 23. В 1972 году газета «Известия» писала: «Музей пограничных войск». Кажется, что в его небольшие и светлые залы шагнула тревожная тишина далеких застав. Тишина натянутая, как звонкая тетива лука. Тишина, которая в любую минуту может оборваться. Каждый из экспонатов, а их около 2500, свидетельство безупречности и отваги. Обогренные кровью знамена, пробитые пулями комсомольские билеты, боевое оружие воскрешают в памяти героические эпизоды. Сами сотрудники музея являлись свидетелями многих исторических событий. Много лет проработал в музее герой Советского Союза, легендарный пограничник-следопыт Никита Федорович Карацупа. Растущая экспозиция музея требовала расширения площадей. В 1985 году музей был закрыт на реконструкцию. Научные сотрудники выезжали в пограничные округа и части московского гарнизона, школы и другие организации с передвижными выставками и тематическими лекциями. 28 мая 1995 года Центральный музей пограничных войск распахнул свои двери для посетителей по новому адресу. Яузский бульвар, 13. Необходимо было не только восстановить прежнюю экспозицию, но и создать качественно новую, с учетом дореволюционного периода, историю пограничной службы. Сегодня все сотрудники музея продолжают решать основную задачу – воссоздавать по крупицам утраченные реликвии и памятники истории. Но время движется вперед. Появляются новые экспонаты из мест, где сейчас несут службу российские пограничники. Эти предметы отражают всю сложность современной пограничной службы. Всего в фондах музея насчитывается более 80 тысяч предметов. Но работа сотрудников на этом не останавливается. Продолжается изучение в архивах неизвестных страниц пограничной истории. Новые знания воплощаются в диссертациях и научных публикациях. Музей постоянно представляет новые формы работы. Создаются живописные полотна на сюжеты боевых подвигов пограничников. Фотовыставки, которые усиливают эмоциональное воздействие на посетителей. И абсолютно заслуженно в 2007 году музей стал обладателем золотой медали второго межрегионального конкурса «Музей года Евразия-2007». А в декабре 2007 года наш музей удостоен премии ФСБ России за популяризацию героической истории отечественных пограничных органов и создание высокохудожественной экспозиции, посвященной истории охраны и защиты российского государства. В 1995 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II в книге почетных посетителей писал: «Имел возможность осмотреть музей, который зримо отражает жертвенный подвиг воинов-пограничников. Да благословит Господь Бог пограничников в их служении Отечеству и народу земли нашей». На протяжении многих лет музей поддерживает тесные связи с Союзом художников и студией военных художников имени Грекова. Живописец Сергей Смирнов передал Центральному пограничному музею несколько картин. 12 апреля 1961 года. На этой картине первого космонавта провожает в полет ведущий конструктор Олег Ивановский. В молодости он служил на границе, прошел всю войну, участвовал в параде Победы. Ежегодно музей проводит мероприятия, посвященные 22 июня, дню начала войны. Сергей Смирнов отразил те тяжелые дни в картине «Первые бои на границе». А в 2012 году художник создал полотно «Луча на повороте поет для русского пограничника». Картина посвящена герою-пограничнику Руслану Климочкину. Музей идет в ногу со временем.
Сегодня это современный культурно-просветительский кластер, работающий по нескольким направлениям. Стационарная экспозиция, передвижные выставки, создание документальных фильмов и сценических программ. Силами сотрудников музея поставлен музыкальный спектакль «Зажатые долгом», посвященный подвигу пограничников 12-й заставы московского отряда. На протяжении последних лет музей проводит крупные мероприятия. Вот только некоторые, самые яркие из них. 150-летие со дня рождения полковника пограничной стражи Федора Федоровича Тютчева. 50-летие первого полета человека в космос. Служба пограничников по напряженности порой сходна с работой космонавтов. Возможно, это и легло в основу дружеских отношений между пограничниками и космонавтами. Среди посетителей музея немало гостей из ближнего и дальнего зарубежья. В рамках мероприятия, посвященного юбилею Среднеазиатского пограничного округа, в 2012 году музей посещал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, в прошлом проходивший службу в рядах погранвойск. В 2013 году музей присоединился к общемосковской акции «Ночь в музее». В предюбилейном году музей посетили руководители ряда российских регионов. Губернатор Амурской области, глава Алтайского края, министр культуры Камчатского края, вице-губернатор Пермского края, глава подмосковного Дзержинского. Интерес регионов к пограничной истории огромен. Экспозиция наполнена живым дыханием истории, и предметы, которые там находятся, они действительно несут в себе очень важный энергетический заряд не только как предмет, но и как совершенно очевидный факт, который нас связывает с настоящими истинными ценностями. Музей, безусловно, уникальный. И уникален он тем, что, по сути дела, централизованы очень серьезные архивы, предметы музейные. То есть с точки зрения музейной ценности он, конечно, уникальный. Наши специалисты были в этом музее, видели все и приехали в полном впечатлении о том, что, конечно, мы должны обязательно показывать и распространять о нем информацию. 2014 год для Центрального пограничного музея особый, юбилейный. 100 лет. Празднованию посвящена целая череда торжеств. Открыли юбилейный марафон, собственно, в сам день рождения, 21 февраля. На сцене музыкальное полотно «100 лет на страже памяти». В программе красивые песенные и поэтические номера, а также художественно осмысленные исторические реплики. Состав равняйся! Мирно! На охрану государственной границы Союза Советских! На охрану границы назначаются. Среди гостей вечера только неравнодушные люди. Пограничники, коллеги по цеху, начальники музея разных поколений. Суровый бред за пицца, за путь готовый идти. 4 апреля. Культурный центр ФСБ России. Центральное мероприятие из праздничного списка юбилейных акций. Много гостей из регионов. Представители органов местного самоуправления, руководители учреждений культуры, деятели искусства. Концерт в честь столетия Центрального пограничного музея дает Центральный пограничный ансамбль. Со сцены звучат полюбившиеся всем песни. Они о самом важном, о том, как строилось наше государство, как оно охранялось, о замечательных подвигах наших людей. Праздничной мозаикой рассыпались мероприятия, посвященные столетию Центрального пограничного музея. Всех их объединяет одно – искренность и человеческая теплота. Люди, однажды побывавшие в музее, теперь уже навсегда считают его своим. Для меня музей, конечно, больше, чем выставочная площадка. Это все-таки наша история, это наша судьба. Это тот дух, который был в войсках, который есть в войсках, он оживает и живет, и продолжает жить в этих стенах музея. Музей вышел на новый уровень и новую высоту. Он действительно уже стал известен не только среди пограничников, но и среди других силовых ведомств, сотрудников других силовых ведомств, а также гражданского населения. Я лично говорю спасибо Центральному пограничному музею, тем более, что
Я, как сын пограничника, чувствую, что маленькая частица истории моей семьи тоже содержится в этом музее. Музей, конечно, сам по себе великолепный. Я считаю, что каждый должен посетить его в плане патриотического воспитания и ознакомиться с экспонатами. Очень интересные экспонаты музея. И, конечно же, я всегда с большим чувством сюда прихожу. Я бы сказал, что это очень интересный, такой интеллигентный, может быть, даже стильный музей. И я желаю, чтобы он всегда был популярен и интересен для посетителей. Целое столетие Центральный пограничный музей несет свою высокую миссию. Собирает и хранит исторические реликвии пограничной службы российского государства. За этой формулировкой ежедневная кропотливая работа большого коллектива. И сотрудники музея прекрасно понимают свою задачу – сохранить не только важные эпизоды истории границы, но и всей страны. Для этого и работают. Вот уже 100 лет на страже памяти. Верность долгу, отвагу, беззаветность солдат, пограничную славу стены наши хранят. От истоков традиций до сегодняшних дней стойкость стражей границы в силе наших корней. История границы, история страны, в сердцах у нас хранится, мы памяти сильны, и нам не уклониться от трудного пути. Суровых предков лица зовут дозор идти, суровых предков лица зовут дозор идти. Нас хранит и питает образ богатырей, наш музей сберегает ратный подвиг друзей. Пусть тревог не бывает средь застывших знамен, кто был здесь, обретает дух из вечных времен. История границы, история страны, в сердцах у нас хранится, мы памяти сильны, и нам не уклониться от трудного пути. Суровых предков лица зовут дозор идти, суровых предков лица зовут дозор идти. История границы, история страны, в сердцах у нас хранится, мы памяти сильны, и нам не уклониться от трудного пути. Суровых предков лица зовут дозор идти, суровых предков лица зовут дозор идти.